У ремонтантной малины проблема с морозостойкостью практически решена. Некоторые сорта есть раннеспелые, некоторые есть позднеспелые. Есть сорта, которые отдают урожай дружно, есть сорта, у которых плодоношение растянуто. По зонам, вообще ремонтантная малина, она выведена в средней полосе России. В основном работа велась в Брянске академиком Расхан Иван Васильевичем Казаковым. Большинство сортов, которые у нас представлены на нашем питомнике, в садах России, да и вообще у обывателей, у садоводов, это именно сорта Ивана Васильевича. Так как они выведены в средней полосе, повезло. Они у них будут прекрасно вегетировать. Что касается севера, Урала, у нас предпочтительнее сорта, которые быстро отдают урожай, которые раннеспелые. Из красноплодных малин это Геракл, это Евразия, это Пингвин, хорошо себя показывает Шапка Мономаха и Атлант, хотя по характеристикам они более пригодны именно в южные широты. Из желтоплодных малин это Золотая Осень, Оранжевое Чудо. Прекрасные ягоды, прекрасное плодоношение, полная отдача урожая до заморозков. При выборе саженца малины, вообще любой, обращаем внимание, чтобы корневая система была развитая, то есть хорошая мочка полноценная, стебель был вызревший, то есть уже образование коры произошло. Поэтому и советуют выкапывать, пересаживать, если осеннее, то только после листопада, после первого заморозка. Стебель у саженца должен быть по диаметру не менее карандаша или шариковой ручки, не тоньше. Закрытая корневая система или открытая не имеет значения. Это влияет на то, что закрытую корневую систему мы можем пересаживать в течение всего лета. То есть покупатель приобретает в июне, там, в июле, и высаживает ее благополучно себе на участок. Открытая корневая система, как у любого саженца, это посадка или ранней весной, или уже осенью. Страшно, что когда мы приобретаем саженец с открытой корневой системой, здесь есть вероятность подсыхания. Уже доказано, что выкопали саженец малины 20 минут на солнышке, и саженца мы лишились. То есть он уже менее жизнеспособный, а то может быть и вообще негодный, так сказать, к использованию. Поэтому вот самое главное, когда приобретаем саженец с открытой корневой системой, надо посмотреть, чтобы они были, по крайней мере, или во влажном мхе, как продают, или в опиле во влажном. Чтобы избежать подсушивания корней, мы используем гидрогель